Следующая часть, которую я хочу представить вам, дорогие друзья, я, скорее всего, назову фильм «Релакс». Это утро на острове Алихон. 2 дня мы здесь были, мы встретили 2 раза восход солнца. Вот видите, Алла сидит на огромном столбе. И встречаю солнце. Да, спилила дерево. Да, как ты сюда забралась, Алла, объясни. Вот добрые люди мне помогли. А, добрые люди. Да, 3 метра высота, и она, как эта кошка, взбралась, да, на это дерево и сидит, встречает первые лучики солнца. Ребят, конечно же, рекомендуем. Без слов, без всякого. Обязательно надо встречать здесь восход солнца. Кто давно уже на моем канале, кто давно смотрит мои фильмы, знает, я об этом часто говорю. Я, ну, практически всегда стараюсь, где бы мы ни отдыхали, где бы мы ни путешествовали, встретить солнышко. У Аллы немножко посложнее. Здесь я пропустить не смогла, потому что все едут в основном на Байкал. Это закаты встречают солнце. Тяжело приходилось тебя поднимать. Вот, Алла редко встает на восход солнца, но с удовольствием встречает закат. А мне на закате уже сложновато, мне уже спать хочется. Ну, мы отвлеклись. Итак, мы пришли в главное место, место силы, как говорят, мыс Бурхан. Здесь стоят специально вот такие столбы, обмотанные огромным количеством ленточек, тысячами ленточек. Сюда приходят и... Ну, местные жители, я думаю, вряд ли приходят. Приходят туристы русские, туристы китайские. Очень много здесь туристов, говорят, из Кореи. Ну, из Южной, конечно, Кореи. И они любят вот загадывать какое-то желание и вешать ленточки. Каждая ленточка по цвету определенное желание. Ну, их можно купить в магазине прямо в Хужире. Много очень всяких правил. И вообще, что я хотел сказать, Алла меня перебила. Я хотел сказать, что, ребята, вот специально столбы поставили. Желаете вы повесить ленточку? Повесьте на этот столб, ради бога. Ради бога, не вешайте эти ленточки на деревья. Деревья от ленточек, от этих, погибают. Они реально сохнут. Когда все дерево обвешивают ленточками, оно засыхает. Вот специальные столбы поставили, загадывайте 100 желаний, повесьте 100 ленточек. Они никому не мешают. Встает солнышко, вдали вот этот корабль, вы видите, теплоходик-пароходик, он каждый вечер отправляется в плавание. Называется это встреча заката солнца, да? Вечер встречи. Да. А вот главное, одна из главных достопримечательностей, если вы наберете Байкал, фотография, то из 10 фотографий 5, возможно, будет вот с этой скалой, шкалой-шаманкой. Это не только главная достопримечательность острова Алихон, но и всего Байкала. Алла тоже. А откуда ты привезла ленточку? Из Москвы. Представляете, ребят, из Москвы привезла ленточку на остров Алихон. Загадать желание. Да, и мы загадали это желание. Не скажу, ну, какое. Нет, это нельзя говорить. Надо загадать, молча, подумать, завязать ленточку. Конечно, сбудется. Нет, обязательно сбудется. Вот здесь стоит такой лес, но лес мне показался больной, ну, очевидно больной. Посмотрите, какие стволы. Очень красивые, конечно, бросают утром тени на травку, но что-то здесь происходит не очень хорошее, потому что все деревья засохшие стоят. Мы спустились на пляж. Называется пляж, я не знаю, почему такое слово, сарайский. Ты не знаешь, почему сарайский? Не в курсе. Вот странное такое название, сарайский. Хотя вот у тюркских народов сарай это вообще обозначает, по-моему, караван-сарай, да, это как дворец. Может быть, что-то где-то здесь связано. Надо поискать в интернете. А кто знает, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас есть версии. Раннее утро, на пляже никого. Ну, кроме нас, с Аллой. Вода, прелесть. Ну, холодный, конечно же, холодный. Ну, не знаю, 12-14 градусов. Прелесть в том плане, что она насыщена кислородом. Она прозрачная, чистейшая. Ее пить можно. Где еще можно? Ребята, скажите, где еще можно купаться и пить?
На Байкале. Не, ну это понятно. Я говорю, а где еще? Вот можно купаться и пить в абсолютно чистой, почти дистиллированной воде. Купаемся, пьем, можно сполоснуть горлышко, можно попить водички. Ну, в общем, невероятно интересный пляж. И когда я этот пляж увидел впервые, ну, тоже не для тех, кто часто смотрит мой канал и знает мои определенные правила, знает, что когда мы ездим путешествовать, я стараюсь не смотреть, не читать, не заглядывать. Для меня очень важно вот эта вот атмосфера чистого листа. И когда мы пришли на этот пляж, я был в шоке. Я не ожидал. Сосны, песок, пляж длиной примерно 3 километра, шириной до 500 метров. Представьте, это, я не знаю, это супер пляж, даже в Хорватии таких пляжей нет. А у нас было 2 утра, поэтому вот я вам показываю второе утро. Мы очень рады, что мы в первое утро, несмотря на всю усталость, пошли и встретили восход, потому что он был чудеснейший. А как видите, на следующий день уже все заволокло тучами, и не было вот этой уже красоты. И, кстати, и второй вечер, да, второй закат, он тоже был скучный. Поэтому, ребята, живите сегодняшним днем. Отбросьте все сомнения, соберите силу воли. Даже если вы устали, обязательно придите, встретьте солнышко. А тем более в таком месте силы. Это из нашей группы многие пришли. Многие, да. Да у нас вообще хорошая была группа. Несмотря на то, что такие активные старенькие, все. Большинство было. Половина была стареньких. Но мы все купались, утром все вставали. У нас такие девчонки были, которые купались даже больше нас. Мы уже это признавали, еще раз признаем. То есть мы были просто в восторге от нашей группы. Молодцы были, активные. Ну, можно сказать, все активные. А вот как этот Сарайский пляж выглядит сверху. Вот посмотрите, вот 3 километра. Сосны, смотрите, как загнутые ветром. Чистый песок, волейбольные площадки, там детям ездить поразвиться, побегать, на велосипедах катаются. То есть практически все. А еще катаются на таких, не знаю, как это сейчас называется, но очень модное направление во всем мире. Такая доска, типа пенопласта, да? На этой доске стоят стаймя. Да. Как правило, я да, такой стоя. Тоже очень хочу. Мы хочу, чуть хочу. Попозже ее покажем, да, когда будем снимать закат. Они вот утром все спят, эти на досках. Они настолько накатаются, но спят. А вот вечером, когда закат солнца, их прямо огромное количество, там человек 20 начинает плавать по этому заливу. Очень надо равновесие держать. Да, не, я думаю, ничего сложного нет. Получится у меня? 100 пудов получится. 100 пудов получится. Я даже более того уверен, даже если ты упадешь, ты не утонешь. А посмотрите, как красиво. Пейзажи потрясающие. Вот каждый, смотрите, вот каждый кадр, каждые вот эти 2-3 секунды, это фотография. Это очень красивая фотография. Прям берите ее с экрана и на свой рабочий стол компьютера, или можете даже повесить дома, в кабинете, в спальне. Посмотрите, как красиво. Кто смотрит фотографии Байкал, или кто здесь бывал, конечно, узнает все эти пейзажи. Все они очень знакомые, и такими пейзажами весь интернет, в общем-то, наполнен. Такого типа. Но я тоже хочу похвастаться, Алла. Почему? Я хочу похвастаться. Посмотрите, как красиво. Напишите обязательно в комментариях, что я красиво снимаю. Напишите, да. Алла мне не разрешает мне такое говорить. Не надо хвастаться. А что не надо хвастаться? Ну, я сам смотрю, я обалдею. Ну, посмотри. Нереально красиво. Просто потрясающе. Ну, Байкал испортить невозможно. Можно. Легко испортить. Можно так снять, что люди не захотят ехать. А я хочу снимать такие фильмы, ребят, чтобы вы посмотрели, иначе пошли чемодан собирать. Вот честное слово, я уверен, что многие так и делают. И многие об этом мне пишут. Потрясающее утро. Потрясающий релакс-фильм. Это мой подарок вам, дорогие друзья. Смотрите и наслаждайтесь. А мы сейчас покажем вам, а что здесь происходит днем.